Всегда выставка православия собирает огромное количество людей. Это не только сочинцы, но и гости курорта. Сегодня начало работы выставки благословил благочинный церквей Сочинского округа протоиерей Андрей Дубровский. Для нас это большой праздник. Праздник радости, праздник общения. Более того, эта выставка юбилейная, 15-я, посвящена празднованию и Дня народного единства. И Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Сегодня в этот день я хотел бы и организаторам, и участникам этой выставки передать благословение Его Высокопреосвященства, митрополита Екатериндарского и Кубанского Исидора, и объявить эту выставку открытой. Сердечно благодарю вас, Божьей помощи и укрепления, и успехов в нашем общем деле. Традиционно в выставке участвуют храмы из самых отдаленных районов страны, в том числе с ближнего зарубежья – Молдовы, Украины, Белоруссии. У православных есть возможность пообщаться с представителями духовенства, приобрести редкую икону, купить самую разнообразную церковную утварь. А в программе деловых мероприятий, презентации новых православных сборников и демонстрация художественных и документальных фильмов на тему христианства. Но не только духовной пищи, разнообразна выставка. Компании из Алтая, Сибири и Беларуси привезли в Сочи сырную и колбасную продукцию. Православная трапеза, огромное количество и кубанских, и воронежских, и многих других разносолов, грибы, ягоды. То, что экологически чисто, вкусно, полезно. И как раз осенью мы можем себе это все позволить. Выставка работает ежедневно в гранд-отеле «Жемчужина» до 23 октября с 10 утра до 18 часов. Вход свободный. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.